На мувик! Ебать! Добро пожаловать в Fortnite. Ну что ж, ребята, как вы видите, на данный момент на мне фулл Рагнарёк. То есть, смотрите, фулл стили. Он прокачан на максимум. Его плащ, его кирочка. К сожалению, я возьму дельтаплан. Обычный зонтик, не такой, который там есть, вот этот викинговский. Потому что он слишком громкий. Поэтому я возьму вот этот вот зонтик. Так, вот дельтаплан вот этот, он самый громкий. Поэтому, извини, братан, я возьму обычный зонтик. И мы идем за этого фулл Рагнарёка брать топ-1. Let's go. Братец, дизреспект. Прямо сейчас вы должны мне дать супер нереальный сундук, в котором будет супер нереальный дроп, чтобы я пошел вот этому пацану, который летит в мой далекий домик, ломать лицо. Отдай дроп, дизреспект. Тяжелый дробовик, отлично. Ну, в принципе, неплохо. По-моему, должно быть... О, все. Этот стартер-пак мне нравится. Этот стартер-пак обеспечит мне сейчас убийство того чувака в далеком домике. Поэтому, Рифт, полетели вместе со мной. Ага, парниша главный дом ломает. Вот сюрприз будет. Так, 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 так. Дебоширит, парень, дебоширит. Он с той стороны. Ага, он сундук здесь взял. Во, вижу, вижу. Так, давай сейчас красиво подловим тебя. Оп. Потанцуем, бро. На. Бум. Вот и все, братан, ну не больно же было. Ну что ж, я полностью готов лутать свой любимый далекий домик. Теперь добудем дофигища дерева и отправимся искать дальше людей. А, отлично, тут еще один рифт остался. Ну, это очень хорошо, потому что мне не придется далеко таскаться. Взял рифт и пум. Искать людей дальше. Она полечу ближе вот с этой стороны, ближе к воронке, потому что, скорее всего, здесь будут файты, так как в торговой точке просто никого нет. Опа! Это что у нас за кексик такой классный? Посмотрите, как он с деревом просто сливается. Лол! Он просто сливается с деревом. У! Молодой! Здорово! Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Да ладно, разозлили тебя, братан, извини. О, смотри, нормально отстроился. На тебе такую, знаешь, царскую оплеуху. Слушай, поближе подошел, молодец. Как-то... Бум, я тут, братан. Бум. Стример, ага. Парень у нас стример, неплохо. Кстати, за скар тебе огромнейшее спасибо. Мне вместо Фамоса понадобится. Ну чё, кто еще наготове? У меня в ракете как бы патронов дофигища, чтобы вам показать, что ракетница в этом режиме мощь. О! Тихо, тихо, тихо. Я понимаю, что ты белый парень, но... Может его как-нибудь... Прошить? Тихо, аккуратно. О, сдегла. Ну, тут сейчас будет красивый. Бум. Все. Сэм джох. Плохо, братан, неплохо. Скорее всего, может быть, у темпла есть щелики, потому что... Мне кажется, что это место достаточно хорошее для того, чтобы фуфай... Опа. Вон у нас парни летают. Хм. А тут и свои, конечно, можно провязать, чтобы присоединиться к ним файт. Но делать этого не хочу. Я, скорее всего, поснайперю немножечко со скара. Может быть, сделаю красивый хедшот, нет? Так, там парень перестреливается с ним. Давай. О! Ну, слушайте, неплохо на самом деле. 48 хп мы ему сняли. Прыгает, прыгает, что-то боль. О, к нему лезут. Все, я понял. Ну, один раз. О, все. Не, нормально, мы ему сняли брони. Короче, там два челика перестреливаются. Так, да, там два челика, и там еще один. Может быть, его получится. Этого пацана не получается. А, и еще один у меня тут. Братан, тут с ракетницей. А плюху нужно дать. Так, вылазим, да, братан? Там должен быть только помидор и больше никто. Так, ой, это, наверное, зря. Не-не-не, я сюда не хочу идти. Братан, а мы шо это? Прячемся здесь? И он вылез вообще. Уку. Ой, тихо-тихо-тихо, сейчас подо мной сломают еще. Блин, я хотел, конечно, сниба тут, ну ладно. О, давайте аккуратно прилетим к парню сзади. Снайпер целится. А Рагнарёк такой, опа, сзади. Здрасте. Он, наверное, испугался просто жестко, я уверен. Он просто обосрался. Извини, братан, это просто бизнес. Рики передо мной, но я думаю, что им понравится хороший настрел. Ладно, окей. Нужно будет даже красиво дать с ракетницы, я думаю. Тихо. Парень нормально. Тихо, в ловушку хочешь меня закрыть, братан. Полегче.
Отлично, переиграли и быстро заваншот. Ну, да, заваншотили, считайте. Слушайте, мне очень сильно нравится, у нас дофигища синих батутов. Прям супер много. Ну, 10 штук неплохо. Фулл броня у нас 10 штук. Один слёрп. Ну, стартер-пак, в принципе, для победы присутствует. Как-никак, ракетница это очень хороший дроп для убийства и для взятия топ-1. Так, там челики где-то были сзади. Я пойду, наверное, на батут. Заюзай его обратно. Так, там, значит, чел у нас на 198 где-то стоит. Чисто так. Шмальнем разочек. Может быть, повезет и все будет отлично. Там челик где-то летит. Это, наверное. О, он сзади был! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ладно, ладно. Вот я же слышал. Блин, это сейчас была просто мгновенная карма. Тот чел меня не услышал, а. Так, он сейчас сломает все. Тихо. Братишка, стой, 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 стой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотри, как меня доши. Спину как. А, блин, точно! Это же. Я на секунду подумал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Улетаю отсюда нахрен. Он мой тоже завязал. Братан. О, ракетис точно. Бум. На еще. Подарок тебе, так уж и быть. Тихо, срочно, срочно, нужно броню выпить быстро. Зона, 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 зона. А, не успеваю. Тихо. А, не кусай, не кусай, больно будет. Не кусай. Блин, передо мной чел еще. Мы броню допьем. Так, о, у меня есть, это граната. Че, давайте на вах, короче. На мувик. Ебать! Это просто красотища. Это, ну, реально на мувик просто. Блин, я просто видел видос, когда вот эту гранату ударную презентовали. Там такой же момент был, ну. Я решил повторить, почему бы и нет. Короче, у нас есть обычная снайпа. Я тяжело не особо хочу сейчас иметь у себя в инвентаре, поэтому обойдемся так. До сих пор здесь. Давайте ракетницей ударим смачно, чтобы он отлетел. Где-то вот сейчас он воротник выстрелит. В принципе, сейчас можно уже фигачить. Вот здесь. Не, мне кажется, я, по-моему, не попал, нужно дострелять. Ладно. Не получилось. Давайте к нему уберемся. Я, конечно, очень открыто подбираюсь, поэтому, наверное, мне нужно повыше чуть-чуть. Вот, в принципе, нормально. Так, еще этаж. Ага, парень перегрывает. Ну-ка, здорово. Чё? Серьезно? Он просто об меня ударился и разбился. Он мне даже не дал килл. Он жмот, он просто реально жмот. Он чисто жмот. Парень жмот. Опа. Тихо, 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 тихо. Где-то нашли чуть-чуть. Ладно, не получилось уже у них херово им, но зато у него все ракетница. Все, найс. Так, нужно найти банк. Во, большой банк, отлично. Все, давайте быстро дохиляемся. И главное, возьмем топ-1. А то если я не возьму топ-1, я буду реально как черт. Просто как черт. Иначе никак не назвать. Может, даже аптеку заюзаем. Почему бы и нет? Лишним не будет. Все может быть. Мало ли мне там один хп останется, и меня это спасет, то, что я заюзал аптеку. Ой, тихо. Нет, он не даст мне это сделать. Братан, все, ладно, я понял. Я возьму обратно броню. Окей, давай поиграем с тобой. Давай, 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 давай. О, тихо. Оп, братан. Оп. Давай, переиграю тебя. Ой, что-то не строится. Он все сломал, окей. Очень невыгодная ситуация. Братан. Я на дереве чуть не застрял. Было бы очень некрасиво с твоей стороны. Так. Здорово. Отлично! Ну что ж, остается финишная прямая. Остается наш 10-й килл, который мы точно не должны проиграть. У меня есть 20 штук! Серьезно? У меня 20 штук, окей. Да, многовато. Можно, конечно, суперваки поделать какие-нибудь, не знаю, нереально классные. Да, ну давайте как-нибудь оставим это какие-нибудь другие ролики. 10-й килл! Встречай меня! Может быть, там парень уже простроился? Я могу с легкостью просто с этими батутами туда доходить. Слушай, этот куст слишком подозрительный. Мне хочется его чекнуть. Чела нет? Нет, я все же люблю перестраховаться. А здесь чела точно нет. Я этот куст просто убил. Хорошо. О, вот наш парень с плащом гуляет. Парень. Ипс. Ладно. Осечка. Ага, спрятался за амбаром. А тут для ракетницы как раз-таки у нас работичка. Ну ладно. Он прошел чуть дальше. Ну, куда он собрался идти? Зона здесь, братан. Я не знаю, куда он собрался идти, серьезно. Все, зона пошла. А, парень выглядывает. Ну, тут... Бум, шот. Ну, в принципе, контрольный... Выигрышный шот. Ну что ж, это чистая победа для Рагнарока. Бум.
Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то не забывайте ставить большие пальцы вверх под этим видео и подписываться на канал, если вы вдруг не подписаны. Также не забывайте звать своих друзей. С вами был я, Фуловый Рагнарёк FlexGK. Всем удачи, всем пока!